Дорогие друзья, обычно мы снимаем поход в заброшенный лагерь «Солнечный берег», точнее уже не работающий лагерь. Все время мы это делали в осенний период, но вот сегодня праздник, 25 декабря, конец уходящего 2020 года. И в таком вот зимнем обличии, я думаю, что вы его еще не видели, поэтому маленькая экскурсия, посмотрим, как же выглядит этот лагерь в таком белом зимнем убранстве. Я думаю, что всем будет интересно. Если не считать того, что снег мокрый и под ногами все-таки образуется такая кашица, кашным, так можно сказать правильно, из мокрого снега, то вообще как бы смотрится все очень-очень красиво. Хотя тут лужи большие под снегом, потому что вода никуда не уходит, но все равно красиво. Вот смотрите, дорожки, по которым еще сегодня никто не прошелся, поэтому здесь, можно сказать, мы первые, кто сегодня пройдемся и посмотрим, вот как это все происходит в лагере. Да, видите, как тут вода стекает с крыши, капель, потому что снег мокрый, тает. И такая вот картина. Попробуем сейчас зайти внутрь этого домика, как там зимой, может даже крыша течет, посмотреть. Интересно будет, наверное, да? Давайте попробуем зайти. То, что здесь никого не было в последнее время, тут видно. В домике сухо, видите, хоть домик и старый, но крыша не течет. Хотя немножко что-то капает, да. Здесь видно, потолок мокрый. Вот так в целом. Вот, видите, какой-то новый. Тут тоже мокрый потолок. Капает вода. Вот, какое-то гнездо. Да, и видно, вода капает. А то здесь на стене появился интересный рисуночек. Давайте, может, с той стороны зайдем. Посмотрим. Тут какие-то погуляли, вот видите, краски, которыми рисовали. Какие-то побывали фанаты, даже не знаю тут что сказать. Но во всяком случае это совсем недавно было, потому что осенью еще этого не было. В октябре, скажем так, не было. Да и вообще территория немножко поменялась, потому что смотрю, еще одно здание, вот сейчас увидите, что его уже тоже нет, его снесли, а еще осенью оно было. Я думаю, что к следующему году может так случиться, что и эти здания последние снесут. Тут осталось одно еще здание, а здесь был домик, вот если помните, да, этого домика уже тоже нет. К сожалению, его тоже снесли, очень жаль. Вот здесь последние домики были совсем еще недавно. Да, к сожалению, территория меняется. И все меньше и меньше напоминает о том, что здесь когда-то был лагерь. Неизвестно, что будет с этой территорией. Будет здесь что-то, может, стадион, а может, просто территория вернут в природу, и здесь будет расти лес. Хотя вот елочки были, сосенки их снесли. Ну, что будет, посмотрим.
Очень красиво. Особенно, когда идешь первый по этой дорожке. Вот. Сейчас здесь мало кто ходит, потому что вот соседний объект за забором — это оздоровительный комплекс Батэ. Ну, можно сказать, он не функционирует. Тут раньше отдыхающие приходили, а теперь временно, как бы так, наверное, простаивает. Ну, в связи с ковидом, со всем остальным, поэтому дорожки вот такие нетронутые. Вот здесь был стадион. Вот там сейчас, видите, дойдем поближе, очень красивые растут молоденькие сосенки, елочки. Вот даже, смотрите, еще грибок. Вот последний такой, можно сказать, зимний, который растет. И вот, наконец-то, мы пришли к такой маленькой такой опушечке, поляночке. Посмотрите, сколько здесь много таких молоденьких сосенок растет. Они прямо вот как создают новогоднее радостное настроение. В белом пушистом снежку, кое-где даже вот и на иголочках, вот мы подойдем поближе, есть снежок, вот лежит. Да, короче, они прям вот нам создают радостное новогоднее настроение. Вот такая вот опушечка, поляночка, можно сказать, даже с молоденькими сосенками. Вот елочек здесь что-то не видно, а вот сосенки здесь есть. Ну, здесь в основном растут сосны, вот, поэтому это их детки. Вот, елочек здесь вот поблизости не видно, в основном сосны. Вот, поэтому... Но не мудрено, что здесь больше молоденьких сосенок, сосеночек красивых. Поэтому место очень красивое и необычайно красивое. Вообще природой любоваться всегда очень интересно, очень приятно, потому что природа нас всегда удивляет, радует какими-то своими необычными видами, красками. И, наверное, всегда интересна каждая встреча с чем-то, ну, из жизни природы, леса. И сегодняшняя наша вот такая прогулка, она не просто получилась прогулка, вот заброшенный лагерь. Можно сказать, мы с вами еще и прогулялись по зимнему красивому белоснежному лесу. Вот куда мы сейчас отправимся с вами. Это вот в этот еще один корпус, который уцелел. Вот мы сейчас окажемся в нем, посмотрим, как же он выглядит зимой. Как красиво шумит ветер среди мачтовых сосен, напоминая, что все-таки зима, и эта вот прекрасная пасмурная погода позволяет в лучшем виде рассмотреть именно зимние краски, потому что снег белый, и все очень так контрастно, ничего не сверкает, видна такая зимняя погода. Черные и белые, коричневые, вот такие темные цвета. Сейчас мы выходим уже на тропинку, здесь уже люди прошли,
Сегодня тут тоже при мне несколько человек было. Видимо, тоже пришли посмотреть на этот лагерь. И попробуем, ну, может, вначале заглянем перед тем на это здание, заглянем к нашему солнечному берегу. Именно там посмотрим, как зимой красиво на берегу реки Березина. Смотрите, какие величественные деревья. Можно сказать, вековые. Они прям как охраняют эту территорию. Я думаю, что мы им не помешаем, если мы немножко-немножко прогуляемся. Ну что ж, мы подходим. Немножко скользко, потому что, как уже видел, мокрый снег, тающий. Но вот оно, то место, которое дало название Солнечный берег. Красивое, но замерзшее. Дальше не пойдем, тут, видите, сломан. Ступеньки сломаны, рисковать не будем, можно подскользнуться. Посмотрим на эту красоту со стороны. Ну, а нас ожидает уже вот наш последний корпус, куда мы сегодня заглянем. И идем. Так получилось, что техника немножко подвела на холоде, быстро разрядился аккумулятор. И поэтому то, что мы снимали около 12 часов дня, пришлось перенести на вторую половину, пока получилось прийти сюда снова. И, ну, на сей раз уже где-то 16:30, 16:40, то есть где-то вечереет, уже дни короткие, и поэтому немножко цвета поменялись на более такие темные тона. Да, вот точное время, правильно сказал, 16:59, то есть как бы уже вечереет. Ну, я думаю, что в таком ракурсе будет интересно тоже посмотреть на лагерь, а потом мы этот фрагмент в другой день обязательно переснимем, и вот это все войдет в наш небольшой короткий рассказ зимний. Но давайте посмотрим, как лагерь выглядит в вечернее время. Все немножко по-другому. Вот видите, на этом здании тоже граффити нарисовали, какой-то новый рисунок. Да. Даже для этих целей вот такую соорудили конструкцию, чтобы можно было сверху рисовать. Ну, давайте пройдем в сам домик, посмотрим внутри. Тут тоже немножко кое-где, о, видите, подрисовали. Внутри особо ничего нет, но, кстати, и крыша целая здесь, все, ничего не течет. Посмотрим, может быть, с той стороны тоже что-то нарисовано. Возможно, спорить не будем. Нет, здесь совершенно все как прежние времена, то есть здесь ничего особо не поменялось. И вот такой он вечерний лагерь. Вечером тут не часто приходилось снимать, чаще всего при солнечном освещении, но при более темном освещении все немножко по-другому смотрится. Хочу обратить внимание, посмотрите, какое красивое небо, проходят небольшие еще такие вот лучи света, а все остальное как бы закрыто, наверное, тучами. Погода сегодня пасмурная, мы снова подошли уже вечером на наш причал,
Причал, где, как правило, солнечный берег. Сегодня солнца нет, поэтому берег хоть и солнечный по названию, но солнца нет. Но заметьте, река, хоть и сейчас плюсовая температура, но пару дней назад был небольшой морозик, речка затянута корочкой льда. Насколько он прочный, тут уже проверять не будем, но во всяком случае лед, вот он есть немножко. Вот. Но сейчас мы отправляемся обратно, а постараюсь в ближайшее время сделать... Ну, вот этот вот наш последний объект, уцелевший в лагере, снять в светлое время суток, дабы, ну, уже как бы все было полностью при более светлом освещении. Вот перед самым уходом заметил, почему все-таки потекла крыша вот в этом домике, и только сейчас обнаружил, просто с близкого расстояния этого не видно, что крыша проломилась, или какое-то дерево упало, или что-то прогнило, там какая-то балка, а может, пытались его уже разрушить и не успели это сделать. Ну вот причина, по которой потекла крыша. Так вообще в этих всех стареньких домиках крыши были целые, хоть им уже очень много лет, но сделаны они были качественно и на совесть. Поэтому, ну вот, видите, оказывается, причина была совершенно в другом. Пожалуй, на сегодня все. Мы завершаем наш сегодняшний экскурс, рассказ о зимнем лагере «Солнечный берег». Вот сегодня 25 декабря 2020 года. Мы побывали и в первой половине дня, и во второй половине дня уже практически вот за это небольшое время. Тут пробыли мы совсем-совсем недолго. Ну, может, я скажу даже точно, чтобы было понятно. 8 минут. Но видите, как быстро стемнело. Но тот кусочек, вот луч света проходит, а так уже практически сумерки, темно. Вот, мы находимся как раз в тех местах, где раньше были ворота. Вот что от них осталось. И не прощаемся, потому что вернемся буквально, может, даже и на следующий день, когда снова будет светло, и снова посмотрим на лагерь в светлое время. Итак, до следующего раза. Добрый вечер всем. Вот решили мы сделать еще одну экскурсию в ночной лагерь «Солнечный берег». Правда, конечно, наверное, плохо видно будет, потому что это не настолько хороший вариант. Но что-то разглядеть быть можно среди луны. Сегодня вот к вечеру появилась луна, прояснение. Ну, давайте коротенько глянем, буквально чуть-чуть. Что интересно, что... Немножко все-таки здесь видно за счет того, что сегодня луна вышла. И хоть территория темная, но снег кое-где позволяет разглядеть, что мы все-таки идем. Сейчас мы подойдем к нашему корпусу. И будет, вот видите, когда смотришь на снег, да, и будет видно, что мы все-таки здесь. Пусть это хоть кусочек, маленький фрагментик, но... Мы покажем. Вот пришли мы в наш корпус, один из трех уцелевших. Вот, даже видите, покрашено было. Вот днем, может, не так заметно стена. Вот эта надпись «Батэ». Листья опавшие, поэтому так хрустит. Немножко подсыпало снегу чуть-чуть за эти дни. Ну что ж, всего всем хорошего. Будем ночную нашу сегодняшнюю съемку заканчивать.
Еще раз всем добрый день. На часах 12:31. Это уже день следующий, 26 декабря. Как и обещали, мы сегодня повторно пришли сюда в лагерь, доснимать то, что не получилось вчера в дневное время. Ну и воспользуясь случаем, раз мы уже сегодня здесь, еще в один вот корпус, это, видимо, домик сторожа. Зайдем еще сюда. Мы вчера здесь тоже не были. Заглянем, посмотрим. Ну, тут тоже все разломано, ничего здесь такого уже не увидишь. Печка была, это на потолке краска вот так вот отслоилась. Еще одна комната тоже здесь. Ну, видно, совсем недавно было, чипсы кушал. И такая вот комнатка. Ну, подойдем. Тот корпус посмотрим. Сегодня подморозило, сегодня снег такой более упругий стал, поэтому уже воды не будет, но снег более такой рыхлый, ну крупный, точнее крепкий более. Мы почти уже подошли к нашему месту. Еще раз заглянем на солнечный берег. Вот погода наша любимая, пасмурная. Такую погоду очень хорошо проводить любую съемку. И вообще такая очень зимняя погода, пасмурная. А мы приближаемся к нашему последнему корпусу. Вот сколько раз я здесь бывал, в этом лагере, ни разу не обращал внимания, что здесь недалеко вот от нашего причала, тут, оказывается, были еще и ступенечки. Вот тут можно было даже спуститься, видимо, здесь как-то тоже можно было, видимо, спускаться на берег реки. Вот совершенно случайно, вот как-то так не замечал, но вот сегодня обратил внимание, что они тоже есть. Вот они, видите, куда ведут. Вот они тут рядышком с этим корпусом. И такая уникальная, интересная птичка здесь попалась нам во время съемки. Выбежала, поднялась оттуда, от реки, и вот прибежала к нам. Вот мы уже на месте. Сейчас будет интереснее рассмотреть. Можно будет этот рисуночек. Вот. Местные художники тут поработали изрядно. Даже, видите, леса соорудили для этих целей. Я не знаю, откуда привезли, но соорудили, чтобы можно было нарисовать. Вот, кстати, мы посмотреть. Давайте посмотрим с той стороны. Может, там тоже какой-то рисунок. Прям вот на того, чего мы не видели. О, тоже что-то есть, да. Тоже какой-то рисуночек есть. Вот. О. Видите, как. Какой красивый вид отсюда. Вот у кого тут здесь в этом домике по утрам просыпался и смотрел вот на эту красоту. Какое дерево красивое, необычайно красивое. Ну, а мы идем, заглянем еще внутрь и пойдем обратно. Внутри, видите, все целый потолок, даже уже и пожарную сигнализацию, вот видите, сделали, были периоды. Ну, банки из-под краски стоят, люди гуляли. Вот. Вот такой вот он был, последний наш корпус.
Хочу обратить внимание, что видите, вот там снег лежит, а здесь прям вот трава зеленая, как будто бы зимы нету. Опавшие листья. Прям ковер такой из дубовых листьев. Очень такая красивая погода. Вообще все очень красиво. Вот еще здесь мы не были. Тоже это вот домик сторожа. Ну, внутри вот в этой комнате мы еще нам не приходилось бывать. Тут еще одна эти комнатка с той стороны. В нее попасть не получалось. Ну вот с этой стороны мы попали. Такая тоже уютная. Вот эта вот печка, которая работала сразу на две комнаты. О, видите, какая печка. Какой светильничек оригинальный. В завершении нашего сегодняшнего путешествия, рассказа, хотелось бы еще раз показать вот лагерь. Сейчас мы находимся в самом конце. Вот тут был медпункт. Вот стадион. За забором оздоровительный комплекс Батэ. И мы отправляемся обратно. Сегодня очень, после того, как подморозило, такой плотный снег, прям как острие втыкается, вот чувствуется ногой, что прям с таким характерным хрустом, очень плотный. Вот здесь были последние домики, которые стояли еще совсем недавно, еще осенью. И последний уцелевший корпус. Ну вот, точнее, один из трех уцелевших. Все остальное, к сожалению, уже разрушено. Наверное, к весне или весной, наверное, уже и эти корпуса снесут. Здесь будет чистая территория. Трудно сказать, но будем надеяться, что самое главное, что память останется жива. Люди, кто здесь отдыхал, трудился в этом лагере, они помнят. Да и вот я здесь, конечно, не отдыхал в детстве, но вот за те годы, что здесь приезжал и ходил по территории этого лагеря, тоже могу сказать, что уже многое из того, что здесь видел, и то, что здесь есть, как бы уже тоже родное. В памяти все это остается. По окончании нашего сегодняшнего фильма, я думаю, что получится вам сделать небольшое слайд-шоу, ну, из нескольких фотографий, сделанных ранее, и из тех, которые делались много лет назад, еще когда первый раз я здесь был, это 2015 год, вот. Я думаю, что будет интересно посмотреть то, что можно было еще запечатлеть в фотографиях.
Thank you.
Вот. Будем заканчивать наш рассказ. Вот. И потихоньку с вами расставаться. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Вот, может быть, так случится, что она будет уже и последней, финальной экскурсией в этот лагерь. Потому что в следующий раз, возможно, от лагеря уже ничего не останется. Если вам нравится это видео или вообще нравится видео, которое снимаются мной, можете отметить и подписаться на канал. Всегда чем-нибудь интересным вас порадуем. Всем желаем хорошего новогоднего настроения. И самое главное, что память всегда остается с нами. Пусть все хорошее тоже остается в памяти. До новых вам встреч. Всего самого хорошего.